Господь мой Бог, Творец Вселенной, в молитве слабой и презренной вними. Вними в своем святом величии, когда весь мир земных людей с холодным, мрачным безразличием проклял меня, изгнав в пустыню, где я страдаю и доныне, несчастный жребий свой влача, где жизнь погаснет, как свеча, где, постепенно умирая, мольбой священную взывая, прошу, услышь мой слабый стон, пошли мне смерть, но смерть мгновенно, пошли мне смерть без всяких мук, прервав мучительнейший круг, мне будет сладким утешением, навеки с ним уйти в забвенье. Прости, кощунственное слово, что я тебе сейчас сказал, но я надежду быть здоровым тебе, признаюсь, потерял. Мерцали серебром светила, настала ночь, замолк я. Болезни снова с большей силой жестоко мучила меня, душа устала и стенала, как будто вырваться желала от изнурительных объятий. Вдали уснув, лежали братья, несчастье горького друзья. Им сон короткого мгновенья на миг дарил успокоение. Поднялось солнце, день настал. Что он нам даст, никто не знал. Друзья, поднявшись, путь пошли. Я, как и прежде, отставал. Картины мрачного конца врывались снова к нам в сердца. И, как и раньше, жаркий зной палил нас всех. И мне порой казалось жизнь жестоким сном, клубком мучений. Но потом я с удивлением заметил, что нас в дороге кто-то встретил. Его в пути остановил тяжелый вопль моих друзей. Их крик о помощи молил. «О Иисус! О Сын Давидов!» Они вторили каждый раз. «О, исцели! Помилуй нас!» Невдалеке от нас стоял и состраданием молчал какой-то путник. Я не знал, кто он, и также не посмел кричать с друзьями. Только взглядом, в надежде ставший с ними рядом, смотрел с мольбой ему в глаза. И вздрогнул я, когда заметил, с какой нежной теплотой он на меня смотрел так просто. А в сердце боль проникла остро, как будто в чем-то виноват, ведь в душу вникнул этот взгляд, где все узрел и прочитал, и в скрытом сердце он узнал, когда Творца небес о смерти я темной ночью умолял. Он видел все, и то проклятие, о чем ему хотел сказать я, но нужных слов не находя, он и без них понял меня. «Скорей, идите, покажитесь священнику». И мы ушли. Но я друзей уже в пути спросил о нем. «Кто он? Скажите». Из них ответил мне один. «То царь-мессия, Божий сын». Мне непонятно до сих пор, как это все произошло. Но боль, страдания и позор внезапно мигом все ушло. Здоровы тело, ноги, руки, и крик взлетел в небес покров. Творец, Творец мой, я здоров! Творец, Творец! И горло сжалось, в слезах потоками прорвалось все, что в душе своей имел. К стыду скажу, я не умел благодарить, кричали, плакали друзья со мною вместе. Исцеления они имели. Ну а я в неописуемом восторге обратно быстро побежал. Я знал, что делал, да, я знал. Я побежал тогда к Мессии, и он меня как будто ждал. Обняв его святые ноги, я громко плакал и рыдал. И что-то говорил о Боге. Не в красноречии словах, но с благодарностью в сердцах я говорил слова простые. Но с тихой грустью прозвучал вопрос: «А где же остальные?» Мне стало больно. В этот миг я вспомнил вдруг об остальных. Я вспомнил, как они просили, но чтоб прийти со мной склониться,
склонись сердца свои, лица со мною вместе позабыли. Вздохнув меня, он отпустил, но перед тем благословил. И как на крыльях я потом летел обратно в отчий дом. Я представлял родные лица, восторги, встречи, объятия отца и матери, и братьев. И снова слилось все в одном. Скорей, скорей в родной вернуться дом. Вот и пришел я. Ну а там родные в первое мгновенье своим не верили глазам. Глядя с великим изумлением, не передать мне радости их, знакомых и друзей моих. Немного времени спустя желание крепкое меня подняло в путь в Иерусалим, где перед Господом святым мне захотелось помолиться, воздать хвалу Творцу и Богу. И снова в дальнюю дорогу в великий город я пошел. Мой путь не все напоминал те дни и страшные мучения, когда от жуткого мгновения я постепенно умирал. Вот место то, где я молился, вот с болью Богу умолял, чтобы он к мольбе моей склонился и смерть скорее мне послал. Но вот вдали глазам моим предстал с величием святым наследие древних отцов, краса земли, Иерусалим. Он вновь стоит передо мной, и я, смешавшийся с толпой, к нему, как прежде, приближался. С народом вместе я спешил, но был немного удивлен, когда, подняв свои глаза, вдали увидел три креста. Кто там был распят, я не знал. Я поскорее поспешил и тихо у людей спросил: «Простите, кого там на кресте распяли?» Но только мне не отвечали. Потом лишь прошептал один: то царь Мессия, Божий Сын. Я верить не посмел ушам, ушам не мог, но вот глазам. Возможно, разве позабыть его лицо? Лицо родное, настолько близкое, святое, взять, оплевать его, сбить. И застонал я: Боже мой, что они сделали с тобой? Кто мог твои гвоздями руки пробить? Кто мог тебя казнить, когда ты жизнь умел дарить? Но теперь от страшной муки ты жизнь бесценную отдал кому? Толпе людей презренных, мучений страшным над вселенной, мой взор туманился от слез. Я застонал, о мой Христос, и больше говорить не мог, лишь повторял себе: о Бог. Сплетенный стерния венец чело извил, но вздрогнул я, когда в небес простор глядя, он закричал: «Отец, отец, зачем оставил ты меня?» Померкло солнце, тьма сошла, народ бежал, остался я. Откуда взялось то томленье, в душе и сердце я не знал. Но тихо, преклонив с колени, сквозь слезы с болью прошептал: «Господь мой Бог, Творец вселенной, в молитве слабой, но священной, вними в своем святом величии, когда весь мир земных людей с холодным, мрачным безразличием распял Христа, царя царей, когда о смерти я взывал, Он вместо смерти жизнь мне дал, и жизнь эту, принимая, ее тебе я возвращаю. Навек отныне, Боже мой, я раб Христов, и раб я твой».